Всем доброго времени суток, с вами канал Прохождение с Михаилом. Мы продолжаем играть в Сталкер. День Чернобыля, вариант Омега 2, холодное лето 2014-го. Как я в прошлых сериях жаловался, что у меня тут, не знаю куда за датчиками бежать. Мне дали задание собрать датчики, а именно 4 датчика. Но все же так и должно быть, просто я не совсем был внимателен. Если приблизить... Вот вы, наверное, видите, если хорошо приблизить, тут видно кругляшочки синенькие. Второй датчик, видно. Третий датчик, ну и так далее, в общем-то, вот. Да, четвертый. Ну, далековато до четвертого добежать, ребят. Ну ладно, ничего страшного. В этой серии мы сходим их пособираем, посмотрим на местное окружение, какие на нас собаки в этот раз нападут, какие прочие твари. Так, давайте я постараюсь примерное местоположение запомнить. Так, один за котельной, блин. Ну, побегать, да, придется, блин. Так, второй тут. Так, куда логичнее, ребят, сначала забегать? Может, до котельной, а потом как-нибудь... Так. Нет, скорее всего, я побегу вот в эту сторону. Так, давайте посмотрим, что у нас там с весом. Давайте лапоньки я на время выкину, их никто покупать, как видите, не хочет. Это очень печалит, ребята, что лапоньки никому не нужны. Что я лапоньки выкину сейчас все. Ничего страшного. О, вес как прибавился. Потому что придется побегать, и от веса я максимально пытаюсь избавиться. Еще бы минерал... Ой, энергетик купить. Денежка у нас, в принципе, есть. Позволить себе это можно. Еще у нас есть спальный мешок. Я не знаю, сколько он весит. Так, спальные мешки тоже же никому не нужны, да? Я не знаю. Ну, давайте я пока их тоже выброшу, может они сохранятся. Потому что, ладно уж, ничего страшного, нет. Я один выброшу, а один вот этот мой, который был, вот этот я подобрал. Так, тоже... Хотя, подождите, а вес уменьшается, нет? Да, хорошо уменьшается. Так. Да, вот так вот мы и продолжим. Играть. Так. Нам бы еще сейчас пытаться купить. Так, от Панова нам ничего, да, не надо. До встречи. Так, а торговля, а что у тебя, в принципе? Аптечка одна за 400 рублей. Хотя аптечка нужна, ребята, аптечка нужна. Хоть как, но нужна. В принципе, вес у меня идеальный, можно так сказать. Я сейчас спокойно могу бегать. Прыгать, да. Ну вот так вот, в принципе. Хоть что сейчас могу делать, и мы уставать так сильно все равно уже не будем. Но все же нужно энергетический напиток у кого-то бы взять. У кого-то бы взять. Привет. Так, давайте попробуем поторговаться. У них аптечка тоже, да, по 400. Да, 500. У кого-то я за 200 купил. Надо на одной серии посмотреть. Блин, было дело. Было дело, прекрасно помню. Очень смеялся над этим моментом. Такая любовная музыка, и друг другу в глаза смотрят. Здорово, ребята. Что у вас тут интересного-то есть? Тоже ничего, да? Так. Так, ребята, я ни у кого энергетики не могу найти, хотя очень бы хотелось. Так, сухпаёк вы уже сожрали весь. Так, что-то грустит солдат. Что-то, может, квестовый, я не знаю, потому что даже разговаривать грустит не хочет. Тут какой-то дурачок, который не может выбраться. Да? Да-да, вот там стоит, пытается. Так, вот этот совсем какой-то воинственный. Так. А, вот кто мне за 200 рублей-то аптечку продает. Майор, блин, надо было сразу у тебя брать. Тоже третью уже возьму. Майор мне за 200 рублей аптечку продавал. Вот, все, нашли мы этого хорошего человека. Хоть враг, но... Ну, не знаю, посмотрим. Но мне он чем-то уже симпатизирует. За 200 рублей аптечку продает. Остальные за 500. Нейтралы за 400. Друзья, не знаю, за сколько. Мне кажется, за 300. Здесь только майор может продать. Так, а вот тут баров-то я не знаю, даже вроде никаких нету, только вот такое небольшое вот там подвальное помещение, а в остальном тут больше ничего такого нету, так что... Так, можно еще сюда сбегать, ну так вот, на всякий случай, потому что как-то вот хочется энергетик все-таки купить, и как-то, я не знаю, даже его нету. Так, у нас, кстати, с патронами проблема.
Ну, не такая уж большая, но все же. У нас много боеприпасов. 5,45 на 39, надо бы калашик раздобыть. Я не понимаю, у кого это можно сделать, в принципе. Либо в магазе, либо, я не знаю, даже у кого сталкеры тут тоже ходят с таким оружием. Если военного, то какой-нибудь убить, я не знаю. Ну, там посмотрим, может, за квест какой дадут или что. Но разживемся, это не проблема. Разживемся, это совсем не проблема. Просто я думаю, может, вот выкинуть дробовик, блин, двустволку нашу. Я не знаю, мне кажется, она должна сохраниться, по идее. Так, тут даже, смотрите, даже тайничков никаких нету, лол. Так, кстати, 18:28 сейчас, нам придется ночью бегать, блин, а это вдвойне плохо, блин. Может, переночевать все-таки? Хотя, да ладно, сейчас по-быстрому сбегаем, надеюсь. И сразу сюда. Надеюсь, не успею так сильно потемнеть. Надеюсь, успею. А, кстати, ребят, у нас же машина есть. Я совсем забыл. Блин, у нас же тачка есть крутая. Можно же на машине поездить по этим местам. Точно, я сейчас так и сделаю. Лол. Ну да, сейчас так и сделаем тогда. Так, что еще-то хотел? Так, я хотел... Ну, давайте все-таки, я не знаю... Хотя, ладно, все-таки на машине поедем. Сволочку я хотел выкинуть. Ну, на время выкинуть. Чтобы веса меньше было. А вот тут вспомнил, что... Ну, ни от чего лишнего мы не избавились. Мы лапоньки выкинули, да и все. Ну, и мешок спальный. Ну, и все равно он на данном этапе игры, пока я никому не могу продать. Так что, ладно, все. Поехали. Квиксейвнемся. И поедем. Так, ну что, ребята, с богом. Не знаю, есть ли он в зоне, нет. Но все же. Так, фары можно включить. Родной звук. Оп. У нас интересный комбинезон. Я только сейчас увидел. Так, не сбить бы никого. А то тут камера пляшет. Так, ну да ладно, нормально. Здорово. Привет. И машину, в принципе, жалко, потому что... Все-таки. Привет. Привет. Все-таки как-то без машины тут тяжко. В зоне. Без машинки. Так, ладно. Куда поедем? Так, значит, сейчас по прямой, потом свернем. Или как? Нет, ладно, поехали по прямой сейчас. Вот так. Это получается по прямой, тут куда было. Так, надо с карты ехать. Так непонятно. Сюда. Да, все по прямой, там где-то должно быть. Так, сейчас на нас дебильные военные должны стрелять у нас, по идее. Или эти дурачки уже все? Ребята? Ребята, вы все? Блин, из-за шашлыка машина заглохла. Ребята, вы это мне только по-братски скажите, вы как бы на меня все уже не агритесь, вы уже более-менее разумные ребята стали. Ну, вроде бы да, они, я не знаю, что это было такое, почему они меня стреляли. Так, ну, в принципе, где-то там датчик, поехали. Да, надо сделать это все как бы без лишних слов побыстрее, потому что скоро ночь, ночью как-то не особо хочется ползать тут везде. Так что сами понимаете, что лучше... Так, сейчас сюда, да, я так, с кем-то там воюют. А, с кабанами, я помню, в той местности на меня нападали. Так, 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 так. Так, вот где-то тут можно из машинки уже вылезти, сейчас только надо ее остановить, все нормально. Блин, сейчас еще врежется куда-нибудь, ну ладно. Так, а что, у нас вид тоже есть? Да. Тоже можно так побегать. Но нет, я все равно классический вариант люблю. Я просто на машине тут, чтобы поудобнее было немножко. Так, где-то рядом датчик. Где-то рядом датчик. Может с зажатой F-кой побегать, его поискать или как? Так, сейчас. Так, он где-то в той стороне, что ли? Да-да, прямо на него иду, где-то здесь. О, нашел. Чем-то на детектор похож. Так, найти третий зайчик. Отлично, шикарно. Так, тоже квиксеймимся мы. И побегали до...
Так, где наша машинка-то? Блин, опять склероз у меня. А, вот все, нашел. Побегали быстренько. Так, куда дальше-то, ребята? Блин, он так тоже тут. Надеюсь, нам захватит хорошо. Куда-то вот сюда, к горе. Надеюсь, там бандиты те не развелись. Я в тот раз вроде даже и не всех убил, я оттуда убежал просто. Ну блин, мне тут стрельба не особо нравится. Ну не особо, не то что культура. Вот таких вот даже модах вот такая стрельба именно не особо нравится. Вот хардкорная. Но она реалистичная, да, я не спорю, но ничего против нее не скажу. Многим нравится, но я лично свое мнение заново включил на всякий пожар. Ух ты, не врезаться бы, не врезаться бы. Так, ладно, надо уже карту смотреть. Где-то мы рядом уже. Давайте я тут выйду. Блин, я не знаю, жрется ли тут бензин, но давайте по классическому стилю я все-таки заглушу мотор. Так, ребзи, так, где-то вообще мы близко уже, ребята. Так, сейчас найдем. Да, вот где-то тут. Даже от F-ка, в принципе, можно бегать, он, в принципе, высветится. Потому что он помечен как датчик. Да, вот я его нашел уже. А так, да, можно и зажатый F-ка его искать. Он высвечивается. Найти четвертый датчик. Так, четвертый. Хорошо, а сколько нам осталось? Ну, еще два, да, получается. Да. Ну, сейчас тоже квиксейвенимся. И побежали дальше. Так, я быстренько карточку заглянул. Так, один вот тут. Это получается... А, это дорога? Подождите, ребят. Да, это дорога. Это получается, сейчас можно на дорогу спокойно выехать. Так, сейчас опять вид поменяю, чтобы поудобнее было. Так, давай. Ну да, отлично, ребята. Вообще отлично все складывается у нас. В принципе, я очень благодарен разработчикам за то, что добавили машину. Но я ее, по идее, как-то украл, она там в ангаре стояла. Это, ну, если вот по реалистичности судить, то это вообще как-то я это в шутку делал. Думал, они сагрятся, давить их начал. А все-таки нет, я машину... Все было нормально, в принципе. Так, это что такое? Это блокпост? Что-то вот... Ну, блин, они меня столько раз стреляли. Хотя я на них же работаю, можно сказать. И так что у меня сейчас какое-то вот такое вот чувство плохое сложилось, и я как-то вообще... Да ладно, в меня! А нет, там шашлык вроде бегает. Ну, давайте посмотрим, мы как раз... Да, они не в меня, они... там я какую-то собачку видел. Так, а на ПТР этот можно сесть? А чё, давайте съездим, чё, блин, я не знаю, в принципе, они, по идее, не должны к нам плохо относиться-то сейчас. Давайте я квиксеймусь, чтоб уж не было грязных ситуаций. Так, поехали, если чё, уж поможем пострелять. Да, вот эти собаки тут бегают. Так, сейчас бы не врезаться. Здорово, ребята, вы чё это? Да ладно! Коты! Я таких котов в жизни не видел. Мне БТР стрелял, мне казалось. Коты чистой воды. Ну, я, в принципе, к ним на блокпост заехал. Ну, в принципе, я не гранит. Это что? Это аномалия новая? Невидимая стена? Ладно, ребята, подружусь лучше. Хотя, а чё так? Подождите. Что ты не бежишь? Беги! Сейчас воевать будем! На нас напали! Давай! Говноед! Добрый день! Так, давай! Куда? На меня стой, давай! Нападай! Говна кусок! А, завалить хотя! Так, я загрузился, они успокоиться не могут, стреляют, видимо, в меня. Потому что сейчас все тихо, ну это совсем уж уроды. Ну как вот, блин, ну ё-моё. Ну с ними же, на них же, можно сказать, работаю, пропуск есть. Зачем меня стрелять, я же даже к ним рядом не подъехал.
Они, значит, я думал, они в собак там стреляют, блин. Вот, вот в этих они тут рядом бегали. Оказалось, они в меня стреляли. Ну, блин. Ну, а те, я не знаю, либо за... Да ладно! Шашлык чуть мою машину не перевернул. Они уже мне надоели двигатель глушить. Так, ну тут... у меня что с машиной случилось? Понятно. Короче, ладно, ребята, я по-быстренькому сейчас бегаю до этого датчика. Он, в принципе, тут рядом. Я, в принципе, хотел сейчас быстренько на машине просто доехать, а что-то как-то на себя в гору, во-первых, не особо хорошо едет, а во-вторых, тут шашлык прибежал и опять мою машину заглушил. Ну, блин, то уже можно юмор какой-то придумывать на эту тему. Шашлыки машину мне глушат нормально. Тоже. Так, даже от F-ка бегу, но, походу, надо глазами искать, потому что она не всегда... Не всегда работает. Так, ну давайте все-таки. Вот, вот, все, в эпицентре. Где-то тут должен быть. Где-то должен быть тут, ребята. Блин, оп. Не понял. А шо все такие? Он же тут пометки-то должен быть. Может, я опять игру сломал? Вот. Обычно в этих местах. Но я в центре стою, это значит... Что? Где ты лежал? Не понял. В смысле доложить по новой? Это ж только третий. Не понял. Я... Вот еще же этот... Я что, игру сломал? Короче, ладно, я сейчас... блин, я даже не знаю, сохраняться или нет. В принципе, давайте я сделаю на левое сохранение, на третье как-то сделаю. Так, и сейчас поедем, в принципе. Сейчас поедем. Потому что я не знаю... Ну, сейчас посмотрим. Так, покуда... Если я по дороге поеду, я выйду сюда, в принципе. Ну, можно, в принципе, покататься, но... Ну, наверное, так логичнее будет там, потому что гора нам будет мешать. Ладно, сейчас нормально съездим, все-таки у нас Нива. Хоть и поломанная чуть-чуть, все-таки. Так, или ладно, поехали от первого лица, так даже поинтереснее. Так, сейчас нормально приедем, ничего страшного в этом нет. Газуй, едем быстро, прекрасно. Сейчас бы военные дебилы не напали. Ну, в принципе, я в машине, они мне... Вот. Это что? Говнюки, слушайте, ну... Я всю игру буду убивать, просто нещадно. Всю игру. Сейчас по сюжету мы отыграемся там, и я уже все. Ну, это такая наглость. И кабаны, и военные нападают. Помните, как я до сюда добирался? Это же ужас какой-то. Блин, доболтался. А нет, я думал, все, аварию уже попал. Нет, не совсем. Не совсем. Не совсем. Так. Сейчас надо как-то к этой самой подбраться. Хотели. Я, в принципе, уже карту выучил, вот эту, предпланет. Зоны, или как он называется. В принципе, карту я уже неплохо знаю. Вот в тот раз я сюда приехал за мной. Шашлыки бегали, хотели меня убить, на базу прибежали, блин, дурно. Так, сейчас быстренько доедем. Так, кстати, через шашлыков нам ехать придется, но... Все же, я думаю, мы справимся и проедем. Вас как-то надо хитро объехать, а то вы такие сволочи, если честно. Так, я переключил камеру вид от третьего лица, потому что не особо удобно от первого лица ехать в такой местности, где надо по гору, потому что не особо видно хорошо. Да ладно, ну откуда? Ну блин, ну... Я даже не сохранялся!
Где датчик, блин, лежит? Капец, твари, уроды, уроды, блядь. Где-то тут, где-то тут. Чё, всё? Отстали от меня? Блин, какая-то шашлыковская территория меня из себя выводит. Где-то штук лежит. Надеюсь, игру-то не сломал всё-таки. Надо вот именно вот где лежит, там и искать. Вот, все, эпицентр. Значит, тут надо все-таки тыкать. Я уж так понял. Блин, а я мог игру сломать? Ну я же просто их... Может, надо их было, блин, еще по порядку, ребята, собирать. Просто тупо по порядку. Ну это же дебилизм. И просто я ездил и собирал. Три датчика собрал, мне сказали доложить планово. Ну блин, ну в задании это я первый не нашел, а хотя он писал, что первый датчик найден. Вот тут, видите, к самому месту, где-то тут он должен лежать. В принципе, я даже не знаю, что делать. Либо игра сломалась, тут датчика никакого нету. Либо я его просто не нашел, как вот в предыдущий раз я еле нашел-то, просто нажал и он высветил датчик. Блин, может загуглить или что делать, может быть, я игру сломал и как бы датчик уже не надо искать. Может, он где-то на тракторе, блин. О! Это датчик ли? Задание, блин, собрать датчики, найти второй датчик. Да вы что? Я же все нашел. Так, я все нашел. Ты, в смысле, блин, я все датчики нашел. Все, доложить Панову. Давайте до Панова тогда съездим. Я не знаю, что делать-то больше. Давайте еще сохранение сделаю, например, требую. Я специально делаю, потому что вот многие игры, они легко сломать. Так, ну я до Панова поехал тогда, ребята. Поехал я до Панова, сейчас посмотрим, что он нам скажет. Если скажет, все нормально, молодец, то ничего страшного. Просто, видите, тут какая-то вакханалия творится по поводу. Это, может, недоработки какие-то, но ничего страшного, в принципе, не будет, если ему сейчас задание все нормально. Как бы пройдется. Просто говорят, что мне найти второй датчик, там всякое такое, хотя я уже все собрал. Но может быть это просто ошибка у них, там они, в принципе, должно написать-то было. Вы все собрали и доложить Панову. А у меня сначала доложить Панову было. Сейчас еще второй датчик искать, который я уже нашел. Ну посмотрим сейчас, что Панов скажет. Лишь бы сейчас работало. Как бы. Скрипт сработал, что я все нашел. Ну должен, по идее, потому что. Здорово. Здорово, чувак, я тебя чуть не завалил. Здорово, здорово. Привет. Так, а машина, в принципе, сохраняется, могу ее у входа поставить, что нет-то? Че нет, в принципе. Так, ну давайте сходим до нашего ученого любимого Панова, который нам любезно предоставился работу дать. Так, давайте я лапоньки проверю. А лапоньки-то есть, и даже мешочек есть. Так что, если что, я знаю, где их взять. Так, привет, Михаил. А, все нормально, ребята, так что ничего страшного нет. Собрала все ваши датчики, держите. Отлично. Я сейчас же ними займусь. А вы, Кайдан, можете быть свободны. Если понадобитесь, то я вас найду. Хорошо, я займусь своими делами. Так, до встречи. Так, ну давайте на этом закончим, чтобы серии были немножко покомпактнее. Эта серия будет, как, значит, мы собирали датчики. Чтобы уж так все не смешивать. В принципе, мы нормально уж так поиграли. В принципе, не все просто любят смотреть большие серии. И вот. С вами было прохождение с Михаилом. Встретимся сейчас же в последующей серии. До скорых встреч. Еще увидимся.